Всем привет! Здравствуйте, дамы и господа! Сегодня я хочу поделиться с вами полезной информацией. Магазин AliExpress, у которого можно делать заказы, я сначала тоже как-то подозрительно, ну, думаю, деньги пошлешь, а там потом суета, да, маята, ну, неизвестно, что будет происходить, но попробовал все-таки кое-что заказал. Зарядное устройство постоянного тока, наконечник штекера, прямоугольный, круглый. Ну, в общем, заказал и повышающий преобразователь, да. Тоже вот его вначале заказал, а это позже заказал. Ну, в общем, вот покажу сейчас вам это, вот чтобы видно было, там это вот пришло, повышающий преобразователь. Вот он. Такой так выглядит. Все пришло. Первым пришел. Потом через денька два пришел вот этот устройство постоянного тока. Наконечник. Тоже вот упаковано. Но в чем это? В чем я вот почему делюсь с вами информацией? Потому что за. Как бы, если бы сам товар, да еще сама пересылка, да, ну, это бы, мне кажется, больше бы денег бы обошлось. Потому что, если даже по России у нас с товаром тут пересылки очень дороговато обходятся. И поэтому, по сравнению, я понял, что это лучший был вариант заказать в Алиэкспрессе. Да? Ну, я сделал себе аккаунт, в общем, зашел, зарегистрировался. Потом карта Сбербанка. И все, и, пожалуйста, и данные. Поэтому как бы и пришло. На телефон позвонили. Сообщение пришло. Ну, в общем, что пришел заказ вам на почте такой-то. Пришел на почту. Получил, никакой предоплаты не было. Как сумма была такая, так она и осталась. Просто написал, что получил данные паспорта, да, заполнил квитанцию. И все, и товар забрал. Но главное, можете смотреть, конечно, товар там, можете потом, здесь есть возможность оспаривать, если товар, то... Но в чем смысл-то, я вообще, сначала ты даже как-то ненадежно это было, думаю, ну там, деньги куда-нибудь уйдут, да, вот, как обычно, сначала товар, а потом деньги. А тут, конечно, надо деньги сначала через Сбербанк, допустим, там по карте отправляешь им деньги, они тебе начинают сразу это делать. Но как я по... Здесь можно смотреть отправки. Номер вот его, по заказу номера можно смотреть отправку, какая отправка идет. Но я как-то сильно это, я думаю, ну, даже суммы-то же небольшие, в общем. Думаю, ну, сильно так, не расстроюсь, если что-то там будет, там процесс долгий. Ну, в общем, как получилось, месяц. Да? Но месяц того стоит, почему? Потому что это было бы мне дороже, намного бы обошлось, вот это, да. Намного бы дороже здесь, потому что я бы здесь это не смог бы отдельную часть найти бы. Это поиск долгий и упорный. И трата времени. А это получилось, что лучший вариант, что вот и сумма вроде не сказать, что большая. Потому что если сама бы еще что пересылка бы, стоила бы еще бы сверху столько же, да, той же суммы, еще и пересылка, и это было бы намного... Пускай хотя бы месяц, да, ждать. Ну, стоит того подождать. Если, конечно, такая спешка, то для кого-то может быть это. Ну, главное, вот в поисковике вы, допустим, набиваете какую-нибудь информацию, которую хотите увидеть, да? Но не на английском, а на русском раскладе. Ну, допустим, ноутбук, да. Ноутбук-то посмотри, какой игровой. Игровой ноутбук. Ну и смотрите себе, какую хотите, можете выбрать там себе, посмотреть его сам.
Допустим, вот. Ну вот и смотрите, вот потом закрыто. Смотрите, какой товар. Потом тут вся есть информация по этому товару. Насколько он вам обойдется. Так, сейчас, минуточку. Ну, тут информации много, так что можете смотреть. Просматривать все это дело. Ну, я приблизительно вам даю. Вы любую информацию в поисковик набиваете, да, я ищу, что вам нужно найти, там, приблизительно хотя бы. И начинаете от этого, и уже там потом купить сейчас, допустим, да. Смотрите, осталось. Так, отправка Российской Федерации. Тут, ну, все ваши данные, вы когда пойдете, это доставка, гарантии качества. Ну, вот смотрите, это цена. Цена со скидкой, тут вот скидка. Ну, в общем, тут надо вам смотреть, листать. Я сейчас не буду вас грузить этим. Я вам просто показываю, что Алиэкспресс, да, это есть возможности заказать, хотите. Сейчас я на заказы свои обратно уйду. Так что у вас в поисковике набивайте, что вам надо. Какие там, что, отвертки там. И самое главное, что вот доставка и сколько стоит. И вот эта цена, которая была, она не меняется. И там не надо доплатить ничего на почте. Да, получил все, товар. Так что для кого-то, может быть, это будет полезной информацией, что это работает. Я надеюсь, что если что-то понадобится мне, можно поискать на Алиэкспрессе и выгодно для себя что-то купить. Поэтому всем пока, хорошего настроения.